Книга «Открытым оком», восьмой том, автор Игнатий Тихонович Лапкин, вопрос 2057. Святые отцы-пустынники умели бороться с бесами. Разве их опыт нам не нужен? Ответ. Опыт нужен любой, даже отрицательный. Это тоже опыт и тоже результат от обратного. Смотри на меня и не делай так, и спасешься. Ни один из отшельников не может сказать, что апостол Павел ему брат, которому он подражает. 1 Коринфянам 4:16. Посему, умоляю вас, братья, подражайте мне, как я Христу. 1 Коринфянам 11:1. Будьте подражатели мне, как я Христу. Монашество со всем, что вытекало из него, есть прямой вызов Новому Завету, вызов подвигу Христа, вызов апостольским подвигам. Монашество – это величайшая самость, тысячелетнее отвержение подвига Христа, умаляющего заслуги, пытающее своими силами достичь Царства Небесного. Римлянам 10 глава с 2 по 4 стих. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Пример жития святых. Антоний Великий, 17 января. Имея внутри ограды немного воды, он стал там жить в полном уединении. Отшельникам никогда... Примеры жития святых. Антоний Великий, 17 января. Имея внутри ограды немного воды, он стал там жить в полном уединении, отшельником, никогда сам не выходя вон и к себе никого не принимая. Лишь два раза в год он принимал через кровлю хлеб, приносимый его другом, которого он ранее просил об этом. Но с приносившим он не говорил ни слова. И в такой непрерывной борьбе с бесами, в таком уединенном вдали от людей преподобный Антоний прожил целых 20 лет. Получив этот дар, святой апостол Павел внушал. 2 Коринфянам 2:11. Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Нужно, чтобы и мы подражали апостолу и предупреждали других о том, что потерпели сами, и вообще наставляли взаимно друг друга. Хитро изменяя способы борьбы, они, если и не могут привести человека в помыслами, то пытается обольстить или запутать его призраками, принимая образ то женщины, то скорпиона, то превращаясь в какого-нибудь великана высотой с храм, в целые полки воинов или в какие-либо другие призраки, которые все исчезают по первому же совершению крестовознамения. Если в этом узнают их обольщение, то они являются прорицателями и силятся, подобно пророкам, предсказывать о будущих событиях. Он боится и крестного знамения, и добродетельной жизни праведников. И святой Антоний так говорит об этом. Великую силу, возлюбленные братья, имеет против дьявола чистая жизнь и непорочная вера в Бога. Поверьте моему опыту, для сатаны страшны бодрствования живущих по воле Божьей людей, их молитвы и посты, кротость, добровольная нищета, скромность, смирение, любовь, сдержанность. Больше же всего их чистосердечная любовь ко Христу. На той горе, где жил преподобный Антоний, возникло множество монастырей. Симеон Дивногор, 24 мая. Он захотел подвязаться на еще более высоком столпе. Почему для него и был построен столб, имевший высоту 40 ступеней? Когда Симеон подготовился восходить на столб этот, то узнав об этом, к нему пришел архиепископ Антиохийский. Тогда же и епископ Селевкийский, слышавший ранее о подвигах юного отрока. Придя в монастырь с клиром своим, он взял с благовением блаженного отрока и повели его вожженными свечами сначала в церковь, во святой алтарь, где посвятили его в сан диакона, а затем с пением псалмов возвели его на столб тот. И пребывал на этом месте, на этом столпе святой Симеон 8 лет. Блаженный же Симеон, пребывая на столпе
и, будучи укрываемым Богом от варваров, пришедших в страну ту, с усердием молился ко Господу, прося его отвратить гнев свой от города и не отдавать его в руки врагов. Однако не мог умолить Бога и утолить праведного гнева Божия. И в это время блаженному Симеону было от рождения 19 лет. Никита Столпник. Никита Столп, 24 мая. С молодых лет он отличался жестоким и обидчивым характером, устраивал возмущение и причинял людям много зла, привлекая их к суду и производя грабежи. Таких же подобных себе он имел и друзей. Однажды, окончив свои занятия, он во время вечернего богослужения пришел в церковь и услышал следующие прочтенные там слова пророка Исаии. Исаия 1:16. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло» и прочее. От этих слов он тотчас же пришел в ужас и, возвратившись домой, всю ночь провел без сна, размышляя об этих словах. На другой день по своей привычке он отправился к друзьям своим, развеселился в их обществе и просил их обедать у него в этот день. И после сего пошел он на рынок купить провизии, и, принесши ее домой, велел жене, чтобы она приготовила обед. И когда жена стала мыть мясо, то заметила, что из него необычно течет кровь. А потом, когда она положила его в горшок и стала варить, то увидела, что в горшке пенится кровь и выплывает на поверхность. То человечья голова, то рука, то ступни ног. От этого она пришла в ужас и рассказала мужу. Когда же он пришел и сам увидел то, о чем рассказывала ему жена, то на долгое время его объел ужас, а потом, пришедший в себя, он с глубоким сердечным вздохом сказал: «Увы мне, много я согрешил». После этих слов, молясь и заливаясь слезами, он вышел из дома и, отшедший на одно поприще от города, пришел в монастырь святого великомученика Никиты. Здесь он упал к ногам игумена сего монастыря и сказал: «Спаси погибающую душу». Изумленный такой необыкновенной переменой у Никиты, игумен сказал ему на это: «Испытай себя, пробудь 3 дня у монастырских врат, плачь и исповедуй грехи свои перед всеми, кто будет входить в монастырь и выходить из него». Никита так и сделал. 3 дня он плакал и молился, исповедуя перед всеми грехи свои. После сего он увидел вблизи монастыря болотистое место, поросшее тростником, и множество летающих над ним мошек и комаров. Он пришел к этому месту, снял с себя одежду и, вошедший совершенно нагим в болото, сел в тростник и стал молиться Богу. По прошедших 3 дней игумен послал инока посмотреть, что делает Никита. Инок пришел и, не найдя его у монастырских ворот, после недолгих поисков нашел его лежащим в тростнике. Мошки и комары огромным облаком кружились над ним. Вернувшись в монастырь, инок рассказал об этом игумену. Тогда игумен вместе с братьями монастыря пришел к Никите и увидел его в таком положении, что и тело его нельзя было разглядеть. Так обильно из него текла кровь. Сказал ему: «Сын мой, что это ты делаешь с собой?» Никит же ничего доброго не отвечал, а только говорил игумену: «Отец, спаси погибающую душу». После сего игумен вел в монастырь, постриг в иночество и поместил в тесную келью, где он стал пребывать в постоянных молитвах и посте, и проводя без сна дни и ночи. В это время злоказненный враг стал наводить на него страх различными видениями. Но он ограждал себя от этих видений крестным знамением, призывая на помощь святого великомученика Никиту, и никому об этом не говорил. Вскоре Никита устроил себе близ церкви столб и выкопал узкую тропинку под церковную стену, который приходил в церковь на молитву. За такие подвиги он получил от Бога дар чудотворений, так как многие, одержимые различными недугами, приходили к нему, получали от него исцеление. Николай Исповедник, 4 февраля. Родители блаженного Николая были христиане. В раннем детстве он был отдан обучаться Слову Божию. Когда же отроку исполнилось 10 лет, и он уже достаточно навык в чтении священных книг, родители отослали его в Константинополь, к дяде его, блаженному Феофану, который был иноком в студийской обители. Феофан любезно принял своего племянника и отвел его к игумену студийской обители, преподобному Феодору. Преподобный Феодор, провидя, что отрок имеет быть избранным сосудом Божиим,
благословил его и велел ему до времени оставаться вне монастыря, в особом здании, где помещались училища для юношей. Когда же Николай пришел в возраст, игумен, видя его благоразумие, равнокроткий и смиренный нрав, поместил его внутри монастыря и постриг в иноческий чин. После нескольких лет добродетельной жизни в монастыре игумен принудил Николая принять и священство. Стергий Радонежский, 25 сентября. Стремясь к отшельничеству, Варфоломей вместе с братом своим Стефаном отправился отыскивать место, удобное для пустынной жизни. Долго братья ходили по окрестным лесам, пока не пришли туда, где ныне возвышается монастырь Пресвятой Троицы, столь прославленный именем преподобного Стергия. Место сие в то время было покрыто густым, дремучим лесом, которого не касалась рука человека. Ни одна дорога не пролегала через свой лес, через этот лес. Ни одно жилище не стояло в нем, лишь только звери да птицы обитали здесь. С горячей молитвой обратились к Богу братья, призывая Божие благословение на место будущего обитания, и предавали его святой воле своей судьбу. Великой радостью был объят юный подвижник, когда увидел, что исполнены заветные его желания. 7 дней новопостриженный инок неисходно пребывал в церкви. Он весь был объят радостью, и душа его горела божественным огнем и благочестивой ревностью. Святой Сергий, оставшись на том месте один, ревностно подвязался, умерщвлял свою плоть постом, бдением и многоразличными трудами. А во время лютой зимы, когда от мороза тряслась земля, переносил он стружу в одной одежде. Вскоре под руководством преподобного собралось 12 человек, и долго не изменялось сие число. Если кому-нибудь из братьев постигла кончина, то его место приходил другой, так что многие усматривали в всем числе совпадение. Число учеников преподобного было такое же, как было число учеников Господа нашего Иисуса Христа. Иные же сравнили его с числом 12 колен Израилевых. Пришедшие построили 12 келий. Сергий вместе с братьей обнес келий с деревянным тыном. Так возник монастырь, существующий по благодати Божией и до ныне.